Здравствуйте. Я в контраст женской лирики, прозвучавшей, прочту нечто социально-философское, местами даже грубое. Не в том времени, не те ценности. Мы все в бренности, в своих стремлениях, в своих глупостях. И жизнь мгновение, и след надгробия от нас останется. 16 цифр и фотокарточка на память светлая. И это в лучшем матче его случае. А мы все мечемся в поисках лучшего, а что имеем, не сохраняется. Потом жалеем, ведь в подушку плачемся, но создавая одни лишь кладбища, бежим за призрачным мать его в будущем. Зачем же мучиться, если так просто все? Живи, храни свою ошатку, скрутится. Скажите, люди, мне, что не хватает вам? Ваш бег по головам разве несет плоды? И спит о жизнь, словно глоток воды, и будто вовсе не была дана. И ваша вера не вера вам. Комфорта, свет, еда, стакан. Вы этим молитесь богам. В сети подсчет ведете раны, мастурбируете по утрам. Себе внушают, какие все. Таблетки пьете по весне. И так, с приходом осени. К чему клоню, вы спросите? Да просто тошно. Вот и все. Следующее стихотворение посвящается неизлечимо больным людям. Желания жить в вечности не хватит. Не нарадоваться красоте звезд. Все то, что в этот мир еще не принес, кто нам за все это заплатит? Тот, кто знает цену материнских слез, тот, кто создал землю, жизнь и всю эту цикличность. Наверняка это одна и та же личность, плод наших страхов, ожиданий и грез. Сжав кулак ладонь, лицо подставив ветру, он, как и мы, искал, любил, ошибки совершал. Он, как и мы, кого-то предавал и кем-то сам был предан. И кто-то пропил осень эту, пустил этилом по изнанке жил. А он в ней жил вчерашним летом и каждую секунду дорожил тогда, когда другие их за даром продавали. Зачем? Одни из стали, а другие из стекла. И кто хранитель стеклорезов? Кому со взглядом трезвым мне с лопатой или битой приходить? Нет, я не зла. Мне просто очень хочется, чтобы за право жить мне нужно было бы платить столь дорогой монетой. Стаи уступили свое место облакам. Небо незаметно эмигрировало в лужи. Я раздаю прохожим пригоршни тепла. Мне в ответ спасибо, но не нужно. Я смеюсь, самодостаточно, сильна. Друг из Москвы передает приветы. Да только с выключенным светом не представляю сна. И у души совсем как будто нету дна, как будто вовсе ничего в ней нету. Мир за чертой игрушек страшно скуп. Только сильнее бояться стало смерти и тех, кто свое небо продают, раскладывая птиц товаром на паперте. И закричать бы, встрепенуть сердца, чтобы на полках задрожали блюдца, очнитесь. Но с внутреннего дна тебе самой неплохо бы очнуться. Так вопрошают к океану небеса, так продолжают гнуться под их куполом атланты. Я избиваю всю себя сполна, до капли, и выключаю экран. Тугим узлом ком. В клетке грудной обмяк нерв. Правда, она живет в том, в чем человек всегда нем. Время течет по стеклу вверх. Я дышу на окно ртом и вырисовываю тех, с кем я везде дом. Руки, они стареют быстрее, если не в чьей-то теплой руке. В спину 20 таращится декабрей, рыжеволосых таких налегке, будто декабрь третий месяц весны, будто холод бессмысленный зимний гон. Им остался месяц из всех отвесных. Дальше пойдет настоящий реальный фронт за возможность предотвратить некроз, за негасимость внутрисердечных огней. Если глаза не познали ни разу слез, радужка обесцвечивается быстрее. Время незримо грабит нас день за днем. Волосы декабрей растрачивают свою медь. Мальчик, что мне почти совсем не знаком, не дай им преждевременно постареть. И напоследок позитивно. Я выйду в эту дверь с возгласом «Не боюсь!» И пускай до крови я принимаю бой.
тобой. Если сердце большой и бездонный шлюз, я оставлю замки открытыми за собой. Если времени скорость вешает мой пиджак на крючок, предварительно не вынимая с него меня, если у нее пиджаки на футболку и дружеское плечо, мое небо — пенящаяся волна. Хочешь боссом по краю иди, хочешь — шныряй. Мое сердце ищет свой сообщенный сосуд и снимай сброшенные якоря. Шторм, сирены, мегалодонный спрут, я войду в эту дверь с возгласом «не боюсь». И пускай до крови я принимаю бой. Мое сердце — прочный бездонный шлюз, я оставлю замки открытыми за собой.